Это я, Сергей Бадюк. Вы, конечно же, привыкли, что я в Таиланде снимаю только фильмы о боксерах. В этот раз мы немножечко изменим этой традиции. Вы смотрите мой новый фильм из цикла «Планета Шанти». Да-да, именно «Планета Шанти». И сегодня мы едем на знаменитое озеро Каусок. Что такое озеро Каусок, я вам расскажу, когда мы туда доедем. Но по дороге это мы уже не находимся на Пхукете, мы находимся на материковом Таиланде. На территории материкового Таиланда мы выехали из Пхукета, и по дороге я остановился в одном прекрасном месте. Место называется Hot Springs. Переводится как горячие источники, прямо рядом море, и из-под земли бьют радоновые источники. Вот эта водичка, которую вы сейчас вот увидите, она еще чуть теплее, чуть холоднее. Тут даже грязи есть какие-то полезные, говорят. Есть спортзал на территории отеля. Мы сейчас немножечко пройдемся, поплаваем. Выпьем кофе и продолжим наше путешествие на озеро Каусок. Не все же боксом заниматься, пора узнать, где здесь можно еще отдохнуть. Выехал я сегодня очень рано для того, чтобы избежать пробок, потому что сезон и пробок достаточно много. Мне про это место рассказывали, попал я сюда впервые, конечно. Ну так все очень приличненько, ну впрочем, как и во всех хороших отелях в Таиланде. Кстати, друзья, для того, чтобы зайти вот сюда, на территорию отеля, вам не обязательно, соответственно, снимать здесь номер. Вы платите какие-то совершенно разумные деньги, это 400 бат с человека, для того, чтобы искупаться в этих источниках. И, честно говоря, я заплатил еще 400 бат за завтрак. Завтрак был, могли бы и получше, но, может, я просто разбаловался. Хотя, поскольку я сейчас на диете, так что яйца были, кофе было. Что еще надо старику, чтобы спокойно встретить утро? Так, что у нас тут? Я первый раз слышу, чтобы радоновые источники были в такой близости от моря. Кстати, вот эта территория, друзья, когда здесь было цунами, ровно 10 лет назад, здесь ничего не осталось, потому что все отели вот по этой прибрежной линии были уничтожены тотально. Их полностью восстановили, отели новые достаточно. Этот отель, кстати, называется очень просто Hot Springs, то есть вы не промахнетесь. Если вы решили сюда приехать, денек провести здесь. И по времени я ехал сюда, сейчас я вам скажу, я ехал от юга Пхукета, ехал где-то, ну, поутру без пробок, час 20 с утра, не так уж и много. Ну, в общем, все, осталось мне вам показать тут небольшой отель, сейчас я искупаюсь в этих замечательных теплых источниках, прыгну, омоложусь и поедем дальше на озеро Каусок. А что нас ждет на Каусоке, хотите узнать? Не покидайте нас, будет много интересного. Это «Планета Шанти», Сергей Бадюк, берегитесь, смотрите нас. Thank you.
Напоминаю вам, друзья, что фильмы цикла «Планета Шанти» посвящены фитнес-туризму. А фитнес — это что у нас? Это не только тренировки, это не только занятия спортом, не только пробежки, не только работа с йогой и с цигун. Это восстановление. Не поверите, я очень много тренировался эти 3 недели и выбирался на Каусок. Вот в планах посетить вот это место появилось буквально по дороге. Потрясающее ощущение, я буквально минут 10-15 нахожусь в этом бассейне. Вода горячая, буквально горячая, такое впечатление, что ее подогревают. И полное ощущение, что вот я ничем не занимался 3 недели. То есть восстановление, какая-то бодрость нереальная. Очень вам рекомендую сюда заехать. Прекрасные ощущения. С утра народу практически никого. Сейчас я немножечко тут поплаваю, поваляюсь. И мы обязательно все-таки пойдем посетим зал. Потому что если вы переехали сюда на целый день, я, например, сейчас уже через час буду стартовать. А если вы заехали на целый день, то я узнавал на ресепшн стоимость посещения свиминг-пула, вот этого места, входит и посещение зала. Посмотрим, как он оснащен. Я вам говорил, что там в зале есть одна маленькая хитрость. Ждите, отдайте пока отдохнуть. И потом присоединяйтесь ко мне снова. Я вам обещал показать зал. Пойдемте. Пора уже уезжать, так что без зала мы же не уедем. Надо все глянуть. Так, ну что вам сказать, друзья. Видно, что я здесь первый посетитель с тех пор, как его построили. Но! Смотрится все страшненько. Работает, нет? Заблокировано как-то. Так, гантельный ряд есть. Друзья, в общем, кому надо, здесь найду, что поделать. Зато смотрите, какой вид. Я бы тренировался прямо вот здесь. Смотрите, какие реликтовые рыбки плавают. Я бы вот сюда выходил с гантельками, тренировался прямо не в зале. Вот встал с гантелечками. Прекрасно. Прекрасное место. Ну что, зал какой есть, такой есть. Но гантельки позволяют все равно нагрузиться достаточно прилично. Но есть тут одна хитрость. Пойдемте, я вам ее покажу. Ну вот, друзья, прямо к залу примыкает Wedding Chapel, то есть, перевожу на русский, место, где люди женятся. Встретил девушку в зале, сразу в другую дверь, поженился по-быстрому. Вот видите, тут столик, все, но тут все закрыто, в отличие от зала. То есть, наверное, вас на ресепшене должны проверить на крепость чувств и потом дать вам возможность зайти сюда. Вот, смотрите, какие прекрасные фотографии тайских молодоженов там внутри. Красота, короче, райское место для того, чтобы бракосочетаться. Вот так вот, девушкам на заметку. Ну что, друзья, а мы продолжаем наше путешествие. Мы едем на озеро Каусок. Это планета Шанти с Сергеем Бадюком. Не покидайте нас. После того, как вы покинули Пхукет, вы замечаете, что Таиланд начал сильно отличаться. Отличаются сами тайцы, отличаются дома. Все здесь немножечко беднее, все немножечко проще. Но при этом красота неописуемая. Вот специально остановился, мы проезжаем какую-то деревню по дороге на Каусок. Здесь прекрасная китайская пагода, мало того, тут несколько таких китайские поселения. Пойдемте посмотрим, поснимаем просто, посмотрите на эту красоту. Движемся на Каусок, друзья, поехали. По дороге мы заехали еще в Шри Панга National Park. Прекрасное место, тут настоящие джунгли. Таких джунглей нет на Пхукете. Я обязательно хотел вам это показать. Вот эти прекрасные деревья.
Тут все окружено плантациями гивеи, вот сам национальный парк. А сейчас мы немножечко пройдем метров 500, и вы увидите прекрасный водопад. Ну а там уже и каусок, тут совсем рукой подать до него. Пойдем. Сейчас вот иду здесь и представляю себя в золотом треугольнике, как минимум. Тяжело здесь солдатам, наверное, служить, потому что, к примеру, тайская армия уже десятилетиями воюет с наркомафией в золотом треугольнике, и война идет с переменным успехом. Сложно здесь служить, действительно очень сложно. Посмотрите, это глухие заросли, просто реально глухие заросли. И сейчас мы идем по тропиночке, и то это так непросто. А если двигаться напрямую через джунгли, я думаю, это ну максимум в час можно делать километр, может меньше, в зависимости от того, как двигаться. Посмотрите на своды, как бамбук над нами сходится. Вот мы дошли до цели нашего путешествия. Вот водопад. Очень серьезный водопад, кстати. Очень здесь красиво. Давайте попробуем ближе приблизиться, посмотреть. Честно говоря, жалею, что не взял с собой кимоно кикушиновское. Можно было сейчас, как Ояма, войти под водопад. Пойдемте посмотрим, есть ли там возможность. Я думаю, что даже великий Ояма не рискнул бы встать под этот водопад, костей не собрать. Посмотрите, какая красота. И сейчас я попрошу нашего оператора перекинуть камеру вниз. И вы посмотрите, здесь косяк, целый косяк прекрасных карпов. Давайте просто полюбуемся этим местом. Запомните, это Шри-Панга National Park. Национальный парк Шри-Панга. Он находится совсем рядом с Каусок, с озером Каусок. Прекрасное место, если вы будете ехать сюда, обязательно его посетите. А теперь просто насладитесь этой красотой. Опять же, сделали где-то 1,5 километра кардио для здоровья. Это очень полезно. Что-то в этом месте есть. Скоро Каусок. Не переживайте. Скоро услышите страшную историю. Не мог проехать мимо. Посмотрите, как красиво, как горы хорошо видно. Каусок у нас уже за спиной у нашего оператора. Это огромное озеро. Мы совсем рядом. Ну давайте поснимаем территорию прямо. Видите, угощает бананом. Как отказаться? Меня знаете, что поражает вот здесь, в Таиланде? У меня ни разу не было, чтобы ко мне кто-то подошел и сказал, стоп, съемка. Снимаем в разных местах. Мы приходим даже в храмы. Я с огромным уважением отношусь к религиозным чувствам верующих, независимо от той религии, к которой они относятся. Но здесь какая-то особенная атмосфера, они всегда рады, они всегда улыбаются, всегда угостят чем-нибудь. Давайте не будем мешать, потому что мама молится, а мы тут вторглись, поэтому тишина и уходим. Похоже, местные бойскауты добираются туда же, куда добираюсь и я. У всех видели, у них красные палочки в руках такие, с рагулинкой. Это вот они змеи идут ловить. Змей здесь очень много, все они очень опасные. Так что ведите себя аккуратно, не гуляйте босиком по травке. Берегите себя. Друзья, наконец-то я добрался. Честно вам скажу, дважды заблудился, проехал 200 лишних километров, потому что неправильно давал ориентир. Озеро Каусок, вот оно перед вами. По большому счету, это огромное водохранилище. И прямо вот здесь слева находится дамба, и справа находится дамба. Тут гидроэлектростанция.
Во-первых, это красивейший национальный парк с безумно красивой природой. Во-вторых, это центр экотуризма в Таиланде. Вокруг озера раскиданы десятки, а может быть сотни всевозможных маленьких отельчиков, мест, где можно практиковать всевозможные виды энергетических практик и всего такого. Видите, вот там ходят джонки. И самое главное, что здесь, вот когда здесь водохранилище заливали, тут было несколько деревень, по-моему, 6 деревень. И по преданию местные граждане рассказывают, что в одной из деревень жили очень мощные колдуны, которые отказались уходить со своего места. И сейчас там, прямо над тем местом, где была их деревня, они построили такую деревню, которая просто на плотах, и там все продолжают жить. Вот сейчас мы посмотрим здесь, вот красиво все поснимаем, а потом обязательно я спущусь вниз, возьму лодочку и поплаваю, и покажу вам, как здесь красиво. В следующий раз, когда вы будете ехать сюда без меня, я надеюсь, очень четко давайте ориентир, потому что вот я неправильно сказал, я сказал озеро Каусок, и меня отправили это с другой стороны озера, но вот такого вида там нет, а это дамба. Друзья, спрашивайте дамбу. Ну, по итогу я все равно здесь, хоть устал, но очень доволен. Ну что, красиво? Безумно красиво. Давайте посмотрим, сейчас все красиво поснимаем и пойдем возьмем лодочку, поплаваем на лодке. Не зря же мы сюда добирались. Ну что, билет в руках, лодка заказана. Одеваем спас-жилет, поплыли, посмотрим. Китайская джонка или тайская, какая разница? Смотрите, как прекрасно, горы. Под нами прямо эти залитые деревни, которые залило водохранилище. Сейчас мы идем в одно очень красивое место, буквально пару минут я вам его покажу. Как вам? Понравилось? Не знаю, как вам, мне очень. Говорят, тут бывают даже штормы, и озеро не такое безобидное, как кажется на внешний взгляд. Буквально на днях здесь, к сожалению, погибли российские дайверы, очень опытные двое дайверов, поэтому будьте крайне аккуратны, пользуйтесь спасательными жилетами, когда приезжаете сюда. Очень вам рекомендую сделать вот такой вот круг почета по самому озеру, очень красиво. У меня за спиной вот эти три, видите, высятся три таких пика небольших. Это три этих пика вы всегда видите, когда вы читаете про озеро Каусок. Почему-то именно это место все фотографы выбирают для фотографий. Но мы не стали очень оригинальными и приплыли именно сюда. Посмотрите, как здесь красиво. Прекрасная поездка, мне очень понравилось. Давайте еще немножечко покружим по озеру и будем собираться домой. Ну вот, друзья, деревня, которую я вам обещал, их здесь несколько, они есть по-разному карману, вы не поверите, есть что-то даже по аналогии с пятью звездами. Это эко-деревни, здесь нету света, нету каких-то привычных для цивилизации удобств. Люди просто здесь живут, по утрам они просыпаются вместе с рассветом, уходят в горы, вот сюда в джунгли, занимаются тут каякингом, медитацией, йогой, цигун. В общем, всем-всем, что называют, что входит в понятие экотуризм. Так, стоп, чтобы мы сейчас сильно не ударились. Так, мы швартуемся. Сейчас обязательно поднимемся, я постараюсь вам показать, как устроена такая деревня. Простенько, но со вкусом. Кстати, самое главное, вы не поверите, хоть озеро и пресноводное, здесь нету ни одного комара. Проверял на себе. Пойдемте посмотрим, как эти домики здесь устроены.
Днем здесь все достаточно тихо, но как только наступает ночь, джунгли оживают. И тут начинается такая какофония, что людей со слабыми нервами я бы попросил 10 раз подумать, чем ночевать вот здесь. Хотя кажется, ну джунгли вот рядом, вода тебя окружает, но кажется, что из воды лезет все на свете. Все, что можно, все, чего нельзя. Это самая простая деревня с самым простым набором каких-то комфорт. Хотя нет, я смотрю, тут даже телевизоры есть, антенны стоят. Очень так себе даже экотуризм. Пойдемте посмотрим, что тут происходит. Друзья, вот такие пираты здесь водятся. Так что, посмотрите, какой прекрасный маленький ребеночек. Ничего не боятся родители, меня это восхищает, конечно. Так, никогда не думал, что кормление рыбки вызывает столько положительных эмоций. Напоследок. Чувствую себя просто, не знаю, пиратом на собственном острове. Может действительно перебраться, построить себе деревеньку, душ 300, чтобы вы приезжали, спортом занимались. Что восхищает, несмотря на обилие туристов, абсолютно чистая акватория. Обязательно рекомендую вам, будете в Таиланде, не пожалеете времени, это один день, если вы с ночевкой, ну, 2 дня. Прекрасное впечатление, энергетика сумасшедшая у этого места. Джунгли, джонки, тайцы, китайцы, романтика. Рыбкам еды досталось, кофе попили, пирата поснимали, каусок вам показали. В общем, все, возвращаемся на базу. Вот такой он каусок. Давайте еще полюбуемся вместе. Хотите быть энергичными? Подписывайтесь на мой канал YouTube, путешествуйте по миру и самое главное, практикуйте всегда и везде. С вами был Сергей Бадюк. Берегите себя. I tasted all the